Друзья, сегодня мы снимаем типа влога, ну то есть отдыхаем, мы таки уехали на дачу, погуляли мы сегодня хорошо, с 9 утра где-то гуляем, поехали на пляж, ну это все увидите, наши влоги, просто не обессудьте, какие они беспонтовые, просто наши первые влоги. Чё? Вот. Короче, и сейчас самое важное, подберите нам, пожалуйста, в комментариях напишите, подберите, подумайте, что, какой нам лучше материал подобрать к нашим влогам, просто мы не знаем. Начинаем только снимать. Вот, напишите в комментариях, на какие сигареты нам снимать обзоры. Сейчас просто вот поговорим. Не влог, а просто разговор. Как вы увидите под нашим видео, это будет называться «Важный разговор». Важный разговор. Вот. Короче, и напишите, вот мы с другом подумали, то, что мы хотим снимать сталки, где-то уже в середине года. Ну, в середине где-то вот школа начнется, будем снимать. Когда школа начнется, у меня тренировки и все дело. На выходных. Угу. На выходных у меня тоже тренировки. Не каждый же день. Каждый день. Мы же гуляли в середине года. И в конце давай. Да, конечно, будет, что-то. Не, реально. Да да, если 1 000 000 подписчиков. Ну, хер там. Мне с девой тоже. Ты с вишней будешь? Да. С вишней? Нет. Она с косточками. Вот, короче, напишите нам в комментариях, надо ли нам снимать сталки. Вот. Напиши, а вообще ничего не надо снимать. В жизни никогда забудьте, что такое камера. Вот, просто он немножко не в себе сейчас. Воды выпил. Невкусный. Вот, короче, и когда наберется 1000 подписчиков, мы купим. Слышь, и когда наберется... Ну, пошёл нахер! Я чуть-чуть. Ну, нахуй тебя. Чуть-чуть, пожалуйста. Вот, когда наберется 1000 подписчиков, мы купим... Мы его с другом подумаем. Ты будешь чавкать в камеру? Нет. Ебану, сейчас на себя все прокапаешь. Вот, короче, я покушаю пока. Вот, 1000 подписчиков, мы с другом подумали, и мы должны купить камеру. Вот, мы... У нас днюхи будут скоро, и мы, скорее всего, купим камеру. Либо GoPro, либо просто камеру. Ну, какую-нибудь нормальную. Или ежели мы будем снимать на телефон Матвея или на мой. Если будет плохое качество, мы купим камеру. Еще микрофон надо купить. Еще надо купить микрофон. Да. Петличку. Вот, короче. Кстати, меня зовут Саша. Саша Графов. И моего друга зовут Матвей Гранкин. Вот. Если вы не знали. Не обессудьте, что я сейчас ем. Просто весь день ели, шлялись на улице. Гуляли. И скорее всего, в конце года, последние деньки лета, последний день. В конце года. Последние деньки в конце лета. Лета, короче. Мы закупимся полюбас. Смешит друг. Вот, закупим все так нормально. Ну не чтобы миллионеры, просто закупимся. Ну рублей 100 бичек и лимонад купим, сам дешево, как он шутит. Не обессудьте. Вот, короче, мы там что-нибудь купим. Смотри, что на полу, типа да. Пикника устроим. Купим. Сейчас вот я это 100% говорю, потому что если я говорю, то это я выполняю. Не шуми. Че ты сделал? Вот, короче, я куплю Капитан Блэк вишневый. Нет, напишите в комментариях, какой Капитан Блэк купить. Вишневый, шоколадный, ванильный или классический. Но я хочу вишневый. Хотя я его уже курил. Мне нравится. Ты же говорил, ты хочешь этот? Шоколадный. Шоколадный я Ричмонд курил. Вообще, посоветуйте мне, какие сиги курить. Короче, мы хотим в конце года жестко закупиться. Снять охеренный обзор. Куплю себе очень дорогие сигареты в конце года. Вот сейчас просто за немножко будущего. Сигаретки. Дай им окно. Какие самые дорогие? Какие самые дорогие? Вот напишите в комментариях. Я постараюсь в конце года их купить. А ты просто... Ты не кстати, я ем батон с вишней. Есть нечего. Родаки свалили, ничего не оставили. Родаки свалили, нам ничего не оставили.
Сегодня всю ночь. А мы все без косточек пойдем. Угу, без косточек. Тебе попалось. Вот сегодня будем снимать. Марик. Ну не, не сегодня, завтра. Сегодня всю ночь будем спать. Сейчас закупимся попозже, у нас косарь. Вот. Что можем купить? Этот Матвей не снял, как мы ели сегодня красную икру. Не верьте, не верь. Сори, не верьте. Так он же еле сказал, блин. Сори, отвечай. Верь, не верьте. Еще изменений. Да, Анатолий, тысячу извинений. Вот. Так. И посоветуйте, какую камеру нам лучше купить. Курить, какую камеру лучше купить? Кстати, вот я забыл сказать, то, что у нас понедельник, вторник, среда, дни шуток. Вот. Ну, просто мы снимать не умеем, короче, всякую хрень снимаем, поэтому они дни шуток. Дни шуток, Анатолий. Ну, потому что у нас нет нужного материала, мы не знаем, что снимать. К чему двигаться? Ну, вот будем развиваться, скорее будем всего. Будем жизнь снимать. Свою, да, просто. Свою жизнь. Скучную. Да, скучную в натуре. Будем продолжение пока снимать. Пока будем снимать? Может что даже, может даже. Интересно. Как мы будет. Будем снимать... Вот с другом мы посоветовались. Вот, мы хотим на 5000 подписчиков заснять какой-нибудь клип. Как мы будем на пляже. Или, может, мы в лес соберемся куда-нибудь. С бабушкой. Да. Короче, всем пока. Вот наш важный разговор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И всем большое пока.